Добрый день, дорогие друзья! Рад видеть вас всех на канале Гороскоп. Прогноз у нас на 14 марта 2022 года, и мы, как всегда, начинать. А начать хотелось бы с просьбы о поддержке канала. Поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий под любым из роликов, и если вам не трудно, сделайте репост одного из моих прогнозов. А я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Сегодня Овен рискует проявить неосмотрительность в высказываниях и задеть чьи-либо чувства, в особенности при общении с малознакомыми людьми. Совершить промах Овен может, даже если пытался сказать комплимент. Вот почему гороскоп предостерегает его сегодня от многословности, а также запрещает злословие и сплетни. В этот день Овну отлично удается организация дружеских посиделок и романтических свиданий. Главное не переусердствовать с едой и горячительными напитками. Любовный гороскоп для Овна. У Овна сегодня день знакомств. В этот день он будет особенно привлекательным для лиц противоположного пола. Гороскоп советует Овну ни в коем случае не отказываться от предложений познакомиться. Сегодняшняя встреча может оказаться судьбоносной, если он пока одинок. Тем не менее, Овну не стоит бросаться в новый роман, как в омут с головой. И излишняя горячность и напористость, а также завышенные ожидания способны все вообще испортить. Портить в пух и прах. Дайте возможность возникшему сегодня знакомству развиваться постепенно, аккуратненько, скажем так, и тогда со временем оно имеет все шансы перерасти в настоящие пламенные чувства. Гороскоп карьеры и финансов для Овна. Во всем, что связано с самосовершенствованием и самообразованием, Овна сегодня ждет успех. Звезды указывают, что именно по этому пути ему следует направиться, если он рассчитывает на продвижение в карьере. Записаться на курсы, способствующие расширению сферы делового общения, сегодня будет как нельзя кстати. К тому же, на этих самых курсах, кроме новых знаний, Овен может рассчитывать на приобретение полезнейших знакомств. Телец. Вполне возможно, что сегодня природная скромность не позволит Тельцу задать кому-то вопрос, который для него очень-очень важен. Гороскоп уверяет, не стоит оставлять любопытство неудовлетворенным. Тельцу надо подобрать правильные слова и постараться узнать важную для него информацию. Еще одна тенденция этого дня – чувство беспокойства, которое может нарастать к вечеру. Успокоиться Тельцу поможет отдых в домашних стенах. Сегодня родные стены ему в буквальном смысле помогают. Возможно, пришла пора навестить родителей. Любовный гороскоп для Тельца. У Тельца сегодня весь день могут порхать бабочки в животике, взрываться фейерверки в голове, а в мыслях звучит залихватская мелодия. Все это может сильно мешать сосредоточиться на делах, зато в отношениях с противоположным полом принесет азарт и искры электричества. Что ж, Телец – яркая личность, и его душа сегодня просит праздника. Гороскоп призывает сдерживать спонтанные желания до наступления свободного времени. Хорошее настроение не должно помешать Тельцу решать текущие дела. А вот ближе к вечеру можно уже как следует повеселиться, дав увлечь себя страстному водовороту чувств, желаний и ярких эмоций. Гороскоп карьеры и финансов для Тельца. Сегодня Телец сумеет найти творческий подход к любому повседневному и рутинному делу. Все, что поднакопилось из-за ежедневной спешки, он сможет разложить по полочкам и довести до ума, и даже извлечь какую-то там выгоду из того, что некоторые дела были отложены на потом. А вот за новые проекты Тельцу лучше сегодня не браться, предупреждают звезды. День не располагает к масштабному мышлению, и Телец рискует упустить несколько важных деталюшек, которые впоследствии могут повернуть все дело в совершенно другое, неожиданное, непредсказуемое русло. Близнецы. Сегодня близнецам полезно и себя показать, и на людей посмотреть. Гороскоп предлагает выйти в свет. Отправляйтесь в незнакомую для себя компанию на собеседование или переговоры с новыми партнерами. В этот день близнецы способны блистать и очаровывать, им только надо правильно подавать информацию. Не бойтесь кое-где слегка приукрасить, да-да, приврать. Кое-где умолчать. Помните японскую мудрость, чрезмерная честность граничит с глупостью. Сегодня у близнецов все получится, если они не будут чересчур прямолинейными.
Любовный гороскоп для близнецов. Сегодня животные инстинкты будут куда сильнее нежных романтических чувств. В близнецах проснется настоящий вулкан страстей. Их поступками по большей части будет управлять страсть, да, а не любовь, идущая от сердца. Гороскоп предупреждает, что близнецам, состоящим в отношениях, сегодня стоит быть осторожнее и искать удовлетворение дома. Устройте своей второй половинке вечер сексуального террора. А одиноким близнецам гороскоп также не советую терять голову. Чтобы на смену шальной ночи не пришло горькое утро, любые новые связи, завязавшиеся сегодня, скорее всего окажутся недолговечными. Гороскоп карьеры и финансов для близнецов. Сегодня близнецов ждет успех буквально во всех рабочих делах. Новый проект или завершение старого дела, оптимизация рабочего процесса или точное выполнение поручений, ведение переговоров. В общем, все, к чему близнецы приложат сегодня ручонки, будет выполнено по самому высшему разряду. Сами они будут лучиться уверенностью и готовностью к любым превратностям судьбы, как космонавт перед стартом, чем внушат уважение коллегам и заставят их прислушаться ко всему, буквально, что говорят. Звезды советуют подготовить расписание, чтобы не растратить такой удачный день попусту. Рак. Сегодня рак способен влететь в здание и быстренько решить любые проблемы, расправляясь с ними с удвоенной энергией и скоростью. На работе в этот день он может разгрести собственные завалы и даже помочь в чистке авдеевых конюшен своим коллегам. Гороскоп советует оставить часть запала на вечерок, чтобы с тем же энтузиазмом приняться за развлечения. Удивите свою вторую половинку оригинальными идеями времяпрепровождения или придумайте необыкновенное приключение для своих детишек. Раку давно пора разнообразить свою личную жизнь, и сегодня для этого отличный момент. Любовный гороскоп для рака. Сегодня гороскоп советует раку, состоящему, между прочим, в отношениях, держать сердце на замке, иначе в него может влететь суетливая птичка-разлучница. Свободному же раку стоит, наоборот, расставить силки, чтобы не проворонить близкое личное счастье. Звезды утверждают, сегодня раку со статусом в поиске не надо бояться торопить события, смело хватайте удачу за хвост. Одинокий рак имеет все шансы на многообещающее романтическое знакомство. Гороскоп карьеры и финансов для рака. Этот день раку, скорее всего, придется провести в суете и спешке, но на результатах это скажется самым замечательным образом. Все будет выполнено точно в срок, досадных ошибок удастся избежать, а суета даже внесет свежую струйку в рабочую рутину. Так что не на что сетовать. У рака сегодня все замечательно, хоть и проходит в несколько непривычном ритме. Звезды говорят, что подобный темп работы окажется заразительным, и рак создаст вокруг себя хорошую трудовую атмосферу. Лев. Гороскоп предлагает сегодня Льву взять в ручоночки в свои словарь и изучить значение слова «дисфория». Это емкое определение отлично описывает сегодняшнее его самочувствие. Болезненно пониженное настроение с оттенком мрачной раздражительности и чувством неприязни к окружающим. Что ж, если диагноз поставлен, можно предложить и лечение. В этот день Льву показаны вкусная еда и приятное общение в узкой компании лучшего друга или второй половинки. Ну а трудовые подвиги и решение конфликтов сегодня рекомендуется просто отменить. Любовный гороскоп для Льва. Сегодняшний день может помочь Льву обнаружить ключевые камни преткновения в его отношениях с любимым человеком. Согласно гороскопу, он как никогда близок к решению вопроса, почему одни и те же ситуации в личной жизни повторяются из раза в раз практически без изменений. Звезды в этот день советуют Льву обратить внимание на эти знаки судьбы. Именно они дадут подсказку, где в его отношениях с противоположным полом происходит какой-то сбой. Проанализировав ситуацию в этот день, Лев сможет со временем выйти из затянувшейся полосы препятствий. Вот так вот все просто. Гороскоп карьеры и финансов для Льва. Сегодня Лев будет остро нуждаться в поддержке и помощи в работе. Дело не в том, что ему не хватает навыков или знаний, чтобы выполнить задание, просто сегодня ему необходимо чувствовать, что он не один и заслуживает уважения не только после получения результата от работы, но и в процессе ее выполнения. Небольшой сплин совсем не помешает общему делу. Напротив, Лев будет приятно удивлен количеством откликов коллег и доброжелательностью руководства, так что день все-таки будет плодотворным и приятным. Дева.
Какими бы ни были планы Девы на сегодня, сбыться задуманному не суждено. Гороскоп обещает какая-то неожиданность, а обещает нарушить размеренный ход событий. И это очень даже понравится Деве. Пусть сегодня она что-то не успеет и с кем-то даже немножечко из-за этого повздорит. Общее ощущение от этого дня будет очень приятным. Теплый ветер перемен коснется сегодня Девы своим легким крылышком, давая надежду на приятное событие, которое должно произойти в ближайшем будущем. Любовный гороскоп для Девы. Осторожно. Сегодняшнее настроение Девы может быть опасным для ее отношений с любимым человеком. Гороскоп говорит о повышенной эмоциональности Девы. Сегодня она склонна к провокационному поведению, обидам, эгоистичному взгляду на мир. Велики шансы размолвок со второй половинкой. Чтобы этого не произошло, Деве следует сдерживаться, только самоконтроль поможет в этот день избежать какого-то конфликта. Взять себя в руки будет непросто. Однако извиниться за некорректное поведение еще сложнее. Из двух зол звезды сегодня советую Деве выбрать, конечно же, наименьшее. Гороскоп карьеры и финансов для Девы. Сегодня у Девы все поделено на черное Вася и белое. Никаких компромиссов в работе она не приемлет. Звезды в этот день склонят ее к идеальному исполнению любой работы, к чему она и будет стремиться совершенно искренне, преодолевая по нескольку раз то, что кажется ей недостаточно совершенным. Это, в принципе, не так и плохо, если только Дева не занимает руководящую должность, потому что начальник-перфекционист далеко не предмет мечтаний подчиненных, которым остается сегодня только посочувствовать и погладить их бедненьких по головушке. Весы. Скорее всего, к концу дня у весов будет заплетаться язык. Сегодня им придется много общаться, причем далеко не всегда по делу. Коллеги, друзья и случайные попутчики будут искать в весах собеседника, отвлекая от дел или развлечений. Гороскоп советует весам выслушать всех желающих со вниманием, пониманием и без раздражения. Даже если вам совершенно не хочется говорить с кем-то сегодня, не ведите себя агрессивно или грубо. Это может иметь крайне неприятные последствия в дальнейшем. Любовный гороскоп для весов. Сегодня именно тот денечек, когда весам пора полностью отдаться флирту и любви, понимаете меня, да? Звезды советуют быть раскованнее, не стесняться проявлять свою сексуальность. Весы, особенно женщины, сегодня как никто другой способны быть яркими, непредсказуемыми и чувственными, и это как бабочек на огонек привлечет к ним непосредственно противоположный пол. Гороскоп предупреждает о том, что сегодня неотразимые весы смогут произвести незабываемое впечатление на кого угодно, и на нового знакомого, и на свою вторую половинку. Гороскоп карьеры и финансов для весов. Сегодня главной составляющей успеха весов на работе будет информация. Причем любая. Относится она к делу или нет, это уже совсем другой вопрос. Звезды в этот день наделили весы неудержимой жаждой поглощения нового. Не только знаний или новостей, необходимых для дела, но и банальных сплетен. Впрочем, гороскоп приветствует подобную любознательность весов. Сегодня она может пригодиться для какого-то важного дела. Скорпион. Сегодня Скорпиону может показаться, что он в западне. Дела и заботы обступили его со всех сторон, при этом моральные и физические силы на исходе, увы и ах. Один в поле не воин, а потому гороскоп предлагает Скорпиону вызвать подкрепление, обратившись за помощью к коллегам или участием ваших друзей. На сегодняшний вечер хорошо бы запланировать приятный тет-а-тет со второй половинкой или посещение родительского дома. Это поможет снять усталость и настроить Скорпиона на позитивный лад. Любовный гороскоп для Скорпиона. Скорпиону сегодня предстоит как следует подумать о любви и отношениях. Согласно гороскопу, этот день благоприятен для неспешных размышлений и анализа ситуации. Не стоит ставить барьеры мозгу в этом полезном процессе. Именно сегодня для самых сложных случаев может найтись, наконец, выход или хотя бы приемлемый компромисс. Если в личной жизни Скорпиона сложилась неоднозначная ситуация, в этот день ему стоит взвесить все за и против. Вдумчивый подход поможет сегодня принять наилучшее решение. Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона. Сегодня у Скорпиона может появиться серьезный повод задуматься о повышении своей квалификации. Звезды не уточняют, что именно сподвигнет Скорпиона сесть за парту. Это не обязательно будет пробел в знаниях. Движущей силой к обучению может стать, к примеру, скажем, чувство зависти к коллеге-эксперту, или же желание Скорпиона пойти на повышение и использовать новые навыки как основной козырь в беседе со своим начальником.
начальством. Но вариант с отсутствием каких-либо нужных знаний сегодня тоже не стоит исключать. В этом случае учеба просто необходима Скорпиону как воздух. Гороскоп ободряет. Учиться, дорогие мои, никогда не поздно. Стрелец. В этот день душа Стрельца нуждается в подпитке, пище для размышлений. Вот почему сегодня он может ощущать тягу к общению и обучению. Гороскоп предлагает Стрельцу не сдерживать своего порыва и узнавать новое. Главное, правильно выбирать источники, а то всякой чушь там наслушаетесь, и бог весть что будет в ваших головах. Полезным будет также обмен опытом и мыслями, неважно с коллегами или близкими людьми. Единственное предостережение звезд для Стрельца на сегодня – будьте вы откровенными, но избегайте чрезмерной прямоты, которую собеседник может ошибочно принять за хамство. Любовный гороскоп для Стрельца. Сегодня Стрелец может встать перед гамлетовским выбором. Быть или не быть. Это тот день, когда ему волей-неволей придется задуматься над тем, чего он хочет от отношений, насколько доверять своему любимому человеку и готов ли перейти на новый уровень в любовных делах. Возможно, даже Стрелец сегодня окончательно применит важное решение из серии «Уйти или остаться». Кого из двух претендентов выбрать, согласиться или нет на предложение руки и сердца, ну и так далее. Конечно, принять решение будет нелегко, но гороскоп обещает, руководствуясь опытом и прислушиваясь к голосу сердца, Стрелец сегодня может сделать правильный выбор. Гороскоп карьеры и финансов для Стрельца. Сегодняшний день подходит для кардинальных изменений в деловой жизни Стрельца. Если работа перестала приносить удовольствие или деньги, надо собраться и решить, продолжать ли ждать у моря погоды или все-таки начать менять сложившуюся ситуацию. Звезды подталкивают сегодня Стрельца к изменениям. Однако делать решительные шаги стоит лишь в том случае, если действительно есть моменты, которые вызывают у Стрельца серьезный дискомфорт. Если просто как-то надоело все, задолбало, приелось, то от перемен лучше отказаться. Не факт, что они принесут желаемый положительный эффект. Так-то. Козерог. Сегодняшний совет гороскопа для Козерога может быть выражен старой японской мудростью. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим. В этот день Козерогу может быть не просто держать себя в руках в виде несправедливости или глупости окружающих, в особенности если это его руководитель, коллега или близкий родственник. Однако лезть на рожон не стоит. Если ситуация выходит из-под контроля, Козерогу следует выдержать паузу и лишь потом выражать свое мнение о чужих поступках и словах. Сегодня есть крупный риск оказаться неправым или несправедливым, или перегнуть палку в осуждении других, поэтому Козерогу не стоит торопиться. Любовный гороскоп для Козерога. Сегодня отличное время для планирования личной жизни Козерога. Если он состоит в отношениях, то может смело обсудить со второй половинкой даже самые сложные и глобальные темы. Знакомство с родителями, свадьбу, переезд, рождение детишек. Для Козерога же, который только ищет свою любовь, это отличный день для создания анкеты на сайте знакомств или давно откладываемого свидания. Гороскоп говорит о больших шансах на успех любимых сегодняшних романтических начинаний Козерога, так что бросайте все дела и окунайтесь в любовь. Гороскоп карьеры и финансов для Козерога. Сегодняшний день может доставить Козерогу дискомфорт, если он занимает руководящую должность. Необходимость принимать решения и нести потом за них ответственность сейчас угнетает. Гороскоп склоняет к спокойному и четкому исполнению поставленных задач, при условии, что кто-нибудь поставит их за Козерога. Поэтому плодотворным день будет у Козерогов подчиненных, а Козерогам-руководителям остается просто ждать, когда этот день закончится. Кроме того, можно пойти на хитрость, помогающую снять себя часть ответственности в принятии решений. Советуйте сегодня с компетентными подчиненными, а можете и вовсе переложить на них всю ответственность. Водолей. Гороскоп предлагает сегодня Водолею забыть обо всех сомнениях и сделать первый шаг навстречу мечте. Какой бы недостижимой и нереальной она ни казалась, мечтайте о карьере актера, разошлите портфолио, хочется съездить к пирамидам Майя, уточнить, нужна ли вам виза. Намерены сделать карьеру? Ну, хоть вакансии посмотрите, что ли. Да. У Водолея сегодня отличный потенциал для любого начинания. Остается лишь помнить, что далекий путь начинается с близкого и совершить маленькое усилие надо не забыть.
Любовный гороскоп для Водолея. В любых делах сегодня, в первую очередь в любви, гороскоп рекомендует Водолею притормозить, как бы невысока была потребность в ускорении. Горящий дедлайн, срочные требования семьи, масса незавершенных задач. Все это может лишать Водолея внутреннего кислорода. Однако время на передышку должно быть всегда, пусть это даже всего 5 минуток, проведенные на лавочке в сквере без спешки. Главная задача Водолея в этот день – выделить время на отдых. В замедленном, свободном от суеты состоянии у Водолея сегодня может открыться третий глаз. Возможно, ему в голову придет интересная идея, касающаяся отношений, а может быть, в сердце зародится романтическое чувство. Чтобы это произошло, гороскоп советует Водолею сегодня взять на вооружение древнюю мудрость. Хорошо, когда опаздываешь, замедлить шаг. Гороскоп карьеры и финансов для Водолея. Сегодня звезды напоминают Водолею, что дипломатичность и корректность высказываний – это предметы первой необходимости в работе с людьми. Чувство такта может дать сбой, и это незамедлительно скажется на его взаимоотношениях с коллегами и партнерами. Если Водолей не будет следить за своей речью и за тем, подключен ли его язык к мозгу, то последствия могут быть самыми плачевными. Ну а если Водолей заметил, что уже кого-то успел обидеть, то лучшее время, чтобы извиниться – это сегодня. Рыбы. Не исключено, что в этот день рыбы почувствуют усталость от рутины. Сегодня гороскоп настоятельно советует им устроить маленький праздник для себя и своих близких, даже если к этому нет никакого повода. Лучше всего собрать всех у себя дома. А вот разговоры по душам рыбам стоит отложить на другой денек, поскольку сегодня любые выяснения отношений могут привести к конфликту, причем очень даже серьезному и глубинному. День также склоняет рыб к познанию. Если уж не готовы взять в руки учебники, есть смысл посмотреть какой-нибудь научно-популярный фильмец. Любовный гороскоп для рыб. Любовные чувства рыб сегодня могут быть похожими на костер. В зависимости от слов и действий второй половинки они способны или разгореться до небес, или же затихнуть, как тлеющие угольки. Ничего не поделаешь, гороскоп указывает на то, что сегодня рыбы способны полностью заразиться настроением близкого человека. Им остается только надеяться, что любимый или любимая в этот день будет пылать страстью, а не обдавать космическим холодом. Рыбы, находящиеся в поиске второй половинки, также могут острее обычного чувствовать настроение окружающих, особенно противоположного пола. Так что лучшая рекомендация для них сегодня – провести вечер в компании позитивных людей. Гороскоп карьеры и финансов для рыб. Сегодня рыбам придется бежать рабочий марафон, если они хотят добиться хорошего результата в своих делах. День складывается так, что все придется делать крайне быстро, можно даже сказать на грани человеческих возможностей. А что поделать? Ведь в случае малейшего промедления рыба рискует упустить благоприятные возможности и остаться у разбитого корыта. Гороскоп указывает на то, что скорость – это главный козырь рыб на сегодня. Ну вот, вроде бы, да, и весь прогноз, мои хорошие. Спасибо вам большое за внимание, за комментарии, за лайки, за поддержку. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. С наступающими вас новогодними праздниками. И скоро увидимся. До новых встреч. Пока-пока.